Слушайте, мы же с вами пропустили государственный праздник. Это ужасно. Мы забываем своих героев. Тех, кто каждый день бьется, не покладая рук, чтобы достичь цели. И если у всего нашего государства была задача, которую лидер этого государства реализовывал как мог, и у него получилось, разве это не достойно действительно праздника? Но только вы, неблагодарные, ничего об этом не знаете. Ну, к счастью, есть я, который вам об этом напомнит. Вот они, эти двое героев. Владимир Путин 18 лет подряд делает все, чтобы как можно больше государственных подрядов досталось его другу детства Аркадию Ротенбергу. Аркадий Ротенберг, в свою очередь, усердно хапает эти деньги, осваивает их и рассовывает по их совместным офшорным счетам. Непростая работа. Но разве трудности могут остановить этих людей? Ни в коем случае. И сегодня я от всей души хочу поздравить Владимира Владимировича Путина и Аркадия Романовича Ротенберга, потому что наша табличка, где мы тщательно записывали все госконтракты, подаренные Ротенбергу от лица всей нашей нации, показала замечательную круглую сумму. 1 триллион рублей. Ура, товарищи! Все-таки не хухры-мухры, а триллион. Большое достижение. И это не доходы всей семьи Ротенбергов, которых у нас уже развелось довольно много, а только компания «Стройгазмонтаж», на 100% принадлежащая лично Аркадию Ротенбергу. Он у нас главный строитель. От труб по всей стране до Крымского моста. Все строит только он. И не спорьте со мной. Это действительно заслуживает общенационального празднования. Можно назвать его «День откатчика», или «День ненасытной пиявки», или «Праздник алчных упырей». Ну потому что сумма-то внушает уважение. 1 триллион рублей – это в 3 раза больше, чем все российское здравоохранение в федеральном бюджете. В 2 раза больше, чем все образование в федеральном бюджете. Это в 11 раз больше, чем вся физкультура и спорт. Слушайте, да мы примерно такую сумму выделяем на национальную оборону в федеральном бюджете. Вот просто представьте себе сами. Вся огромная армия России, танки, пушки, самолеты, военные городки, зарплаты, продовольствие. И один Аркадий Ротенберг. Ну, не один, конечно. Понятно, что он там вместе с Владимиром Владимировичем шаманит. Мы будем проводить очень взвешенную бюджетную политику. Но все равно поражает воображение. Особенно с учетом того, что мы с вами, конечно, отлично знаем, что такое Ротенберг. Но, извините, это хрен с горы. Ничего не изобрел, ничего не создал, ничего не придумал. Занимался с Путиным в детстве дзюдо. Закончил институт физкультуры. И вот вам бах! Триллион! Вот она, история успеха. Любой голливудский фильм даже в сравнении не идет. А самое крутое и захватывающее в этой комбинации, что Путин от лица всех нас, будучи главой государства, взял наш триллион, передал его Ротенбергу. Ну так еще и куча людей в стране ходит и рассказывает, какой прекрасный у нас президент. Какой он молодец, как он бережно относится к нашим деньгам. Где деньги? Пусть деньги вернут. Так что не только Владимира Владимировича и Аркадия Романовича поздравляю, но и вас, дорогие мои россияне. Все наше государство, как выяснилось, существует только для того, чтобы снабжать деньгами путинских друзей. Наверное, кто-то считает, что так и нужно, это все правильно. И я поэтому в очередной раз предлагаю нам всем разделиться. Если вы не возражаете, и вас никак не смущает удивительная судьба этого триллиона, то хорошо, празднуйте. Это поистине ваш праздник. А если вы не согласны с этим, если ситуация вам кажется немного дикой, и вы считаете, что как-то, ну, можно было бы немножко получше потратить этот триллион. Трудно сказать. Ну, вот я не знаю, могу ли. И, наверное, есть в России другие строители и подрядчики, а не только Ротенберг, то присоединяйтесь ко мне. Поставьте подпись за мое выдвижение, поддержите мою избирательную кампанию, ну и самое главное, не молчите. Потому что именно наше молчание является главным условием для возникновения в нашей стране вот таких вот праздников. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.